Ох, ребята, сейчас, простите. Не знаю, что вам сказать, думаю, вы все видите сами. Сегодня обзор конфет. Я тут все пыталась красиво выставить. Спасибо большое, во-первых, Эссен, что прислали мне столько конфет. Давайте начнем. Ребята, я совсем забыла сказать в видео, что я хочу разыграть вот такой вот набор конфет. Всего таких наборов будет 2. На Ютубе разыграно и 2 в Телеграме. Что нужно сделать? Для того, чтобы участвовать в конкурсе, напиши под этим видео «Я хочу подарок». Подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. В следующем видео я выберу 2 случайных победителей. Ну а если хочешь увеличить свои шансы на победу, заходи в мой Телеграм. И под постом с конфетами пиши любой комментарий. Обязательно будь подписан на Телеграм. И там я разыграю еще 2 вот таких вот набора конфет. Ребят, подарок классный, отправлю по почте по России. Но учтите, если вы живете в другой стране, могут быть проблемы с отправкой. В целом все, участвуйте, желаю удачи. Я эти конфетки не пробовала. Ладно, я вру. Чарлик, нельзя. Я попробовала одну штучку. Вот такую. Но скажу честно, шоколад меня удивил. В хорошем смысле. Давайте начнем. Так как я это уже пробовала, то давайте, я думаю, начнем вот с таких. Я не знаю, что это за вкус. Написано «клубника со сливками, миндаль, кокос». Ну, ребят, видите, что упаковка красивая. Знаете, навевает воспоминания о Рафаэлло, но, видимо, потому что она такая белая. Все такое новогоднее у них. Это классно. Так, ну что. В принципе, видите, с такой штучкой тык сняли. Посмотрим. Как бы, ну, подарочно, знаете, выглядит нарядно. А по стоимости каждой такой коробки конфет я укажу. Так, ну что, начинаем? Открываем, ребят. Ой, какая милость, посмотрите. Ох, как прикольно. Сердечки. Давайте высыпем, чтобы вы видели. Какие у нас конфеты. Все, не буду высыпать. Ой. Так, посмотрим, какая она все-таки на вкус и внутри. У нас сегодня обзор фабрики Эссен. Ребят, кто пробовал, пишите ваше мнение. Смотрите, какая. Ну, скажу так, симпатично очень выглядит. Давайте пробовать. Во-первых, пахнет клубникой. Сливочный вкус. Ребят, внутри миндаль, за счет того, что это клубника, кокос, она не сладкая, не сильно сладкая. В принципе, ничего по вкусу. Оно, знаете, для тех людей, кто любит с кислинкой. Не знаю, понятно вам или нет. Внутри целый миндаль, вафельная оболочка и крем. Крем. Он маслянистый, знаете, такой молочный. Сливочный. Состав хороший. То есть здесь нет никаких... Ну, вот этого Е, вот этого всего, знаете, там. Нормально, маслянистый такой крем, ну, ничего. Но для тех, кто любит не сладкое. Вот, потому что если сравнивать, допустим, с тем же самым Рафаэлло, у Рафаэлло такая сладкая начинка. Здесь начиночка немножко другая. Оно нормально. Давайте поставим оценочку какую. Если не хочу обидеть никого. Но хочется говорить честно, вот поэтому я ставлю 7, наверное, этой конфете. Вот так, ребят, а чё? Говорю, как есть. Ну, то есть, неплохо, но слишком для меня сливы, ну, как бы маслянистая начиночка. Вы поняли, да? Поняли, мы хорошие. Давайте дальше. У нас, кстати, сегодня Новый год, посмотрите, как у меня тут вот. Жалко, не видно, да? Ну, ладно. Давайте дальше.
открываем вот эту красоту. Вот это я уже пробовала одну штуку, скажу честно, мне понравилось. Во-первых, хороший шоколад, реально хороший шоколад. Ну, я реально от Эссен не ожидала, что у них будет вкусный шоколад. Ну, не ожидала. Но действительно так. Я не знаю почему, знаете, тоже непонятно, почему бы не ожидать. Называется это шедевр. Премиум качество. Так, ставим сюда. Посмотрите, какая упаковка. Тут написано шедевр. Так, давайте откроем этот шедевр. И узнаем, что внутри. А внутри у нас вот такая конфетка. Слушайте, ну, мне кажется, симпатично выглядит, да? Угу. Тут тоже внутри орешек, ребят. Но это уже фундук. Это уже фундук. Я скажу вам так. Эта начинка... Вот эти конфеты. Мне понравилось очень. Шоколад темный. Мне, знаете, не хватает еще третьей такой упаковки, чтобы она была с молочным шоколадом. Получается, это типа белый, да, шоколад, это темный. Еще должен быть молочный, по идее. Но скажу вам, что эти конфеты реально неплохие. Даже я сейчас еще одну съем, вам покажу, как они тут выглядят. Это все вафельной такой коробочки. Упс. Внутри такая белая начинка. Она тоже, знаете, такая молочная. Но в ней больше сливочности. И от того но мне ближе, не знаю. Вот как бы я сразу, знаете, захотела попробовать вот эти пачки, вот эти коробки, и, видимо, потому что они не видите, тут вообще некуда ставить, потому что они очень красиво оформлены. Давайте дальше. Это я немножко подвину. Что у нас здесь? Вот это. Как я понимаю, даешь, это, в принципе, что-то у них фирменное. Потому что, когда заходишь на официальный сайт, сразу реклама этих конфет. Давайте попробуем. Даешь, балдеж. Ну, прикольно. Так, как открыть? Тут, кстати, внутри указано, что еще подарок. Это очень интересно, потому что я люблю такие темы, когда... О, боже. Не знаю, как открыть. Когда подарки, что это немножко такое, знаете, киндер-сюрприз такой, новогоднее. Так. Все, я открыла, ребят. Запаковано на славу. Знаете, никто не откроет ваши конфеты. Ой, посмотрим, что там. Что там. Так, ого-го, это прямо такие разные абсолютно конфеты внутри. Вот эти конфеты я точно, мне кажется, видела в магазинах. О! Такая конфетка. И вот такая. Мне кажется, они одинаковые, да? Да. Так. Ну что же, в подарок нам идет такой вот милый магнитик. Я надеялась на игрушку, на маленького ежика. Ну, пусть будет магнитик, пусть будет. Давайте пробовать. А такие вот, мне кажется, я видела. Видела я их, наверное, в Ашане. Но, конечно же, не пробовала. Давайте пробовать. И начну я, пожалуй. Здесь три вкуса. Карамель арахис, банан. Кстати, интересно, что такое банан. И пломбир.
ходит собака, мне мешает. Так, давайте начнем с моего любимого, вот с этого. Это арахис. Что-то я люблю такой арахис карамель. С арахисом и с карамелью, арахисом и криспи. Криспи это, видимо, что? Такие какие-то вафельки. Давайте посмотрим. Так. Ну, класс, кстати говоря, прикольно. Ну, вы видели. Пробуем. Удивительно. Но это вкусно. Видите, какая тянущаяся карамель. Обычно такие вафли, они сухие. Здесь же она такая вязкая. Карамель тянется. Угу. Это вкусно. Так, ребятки, давайте. Вы верите в меня? Я смогу это сделать. Вот. Посмотрите на эту карамель. Такая структура очень прикольная. Кстати, вот этим конфетам я поставлю 8 баллов. Вот это пока мой фаворит. Ем целую. Ну, вкусно. Я, вы помните, с прошлого моего обзора конфетного, но я не любитель вафельных конфет. Уж простите меня, люди, кто любит вафли. Я не очень. Но вот это, кстати, в подарке вот в этом, две таких вкусных, я думаю, что это самые вкусные. С карамелью. Их две, они обалденные. Давайте дальше. Попробуем. Вкус банан или пломбир? Мне интересен банан. И потом уже пломбир. Открываем. Вот такой банан. Тут уже... Слушайте, тут тоже, вы видите, какая прикольная текстура? Это, похоже, их разработка какая-то фирменная. Балдеж. Банан тоже прикольно. Для вафли с бананом это вкусно. Ребят, вот это прям советую попробовать. Прикольно. Ну, вы знаете, банан, конечно, он обладает таким, ну, как банановые конфеты. Немножко такой синтетический вкус. Ну, не знаю, как вам объяснить. Как бы банан, он банан. И в конфетах он всегда чувствуется как-то вот так. Как конфеты с ананасом, да? Но это вкусно. А, как бы... Для вафли с бананом это реально вкусно. Но пока мой фаворит, конечно же, карамель арахис. Давайте попробуем пломбир. Интересно. Ну вот опять, наверное, тут будет эта технология крутая. Посмотрите, как тянется. Ребят, шок. У меня шок. У меня шок, потому что они сделали офигенные вафли. Просто, ну... У пломбира вкус не ярко выраженный. Есть вкус пломбира, да. Но банан был поинтереснее. Ребят, ставим этим вафлям. Давайте 8,5.
Потому что есть вопросики. Лично у меня по вкусу пломбир-банан. Я бы... Какой бы я хотела вкус? Ну, вот такой хотела бы я. Но я еще раз вам покажу. Откроем, посмотрим. Ребят, ну, без шуток. Внимание на экран. Ну, вы видите, что творится? То есть эти вафли, они реально обалденные. Такого я не пробовала еще. Карамель мой фаворит. Ну, кто бы сомневался. Вкусно. Знаете, вот в этом карамельном, в нем чувствуется и арахис. Он напоминает отдаленно Сникерс, но это не Сникерс. Это что-то новое. Честно вам скажу, признаюсь, что вот это пока что. Я вообще не думала, что это что-то будет прям такое вкусное. Мне показалось, что это, знаете, такие батончики будут. Как не боярышка с начинкой внутри. Чудо, как обыкновенное чудо. Но нет, это вообще абсолютно какие-то интересные вафли. Лайк. Давайте дальше. У меня вообще бардак на столе или нормально? Так вот, положим. Надеюсь, у меня не бардак, ребят. Если что, пишите. Тут у них есть вот такой вот подарочек. Посмотрите, какой красивый. Чокате называется. С названиями прикольно играют. Но давайте попробуем вот это. Я хотела, тоже мне было интересно. Чокате, подарок оставим напоследок. Так, ну что же. Такая коробочка красивая, называется «Магия». Шоколадный трюфель. Окей. Ну, попробуем. Мне сложно угодить с трюфелем, вы знаете. Так, открываю. О! Вау! Вот такие вот конфетки. Ну, упаковки, конечно, очень крутые. Ничего не скажешь. Давайте открывать сами конфетки. Ой, какие блестящие. Какие... Не буду я ломать, наверное. Ну. Неплохо. По мне, конкретно вот эти, слишком шоколад, ну, как будто немножко на растительных маслах, да, так и есть. Ну, потому что, ребят, это сверху идет глазурь, и это ощущается, что это глазурь. Не знаю. Шесть. Ребят, наберу как есть. Слушайте, не хочу прям, знаете, врать и кого-то обманывать. Ну, 6. Вот эти обалденные. Что я рекомендую? Сейчас еще вот это мы посмотрим обязательно. Но лично моя рекомендация — это вот это попробовать, если не пробовали. И вот эти вафли, они обалденные. Мне кажется, это их фишка вообще, вот эти вафли. Вафли крутые. История с трюфелем. Ну, надо попробовать. Вот кто любит трюфель, можете заценить, но для меня слишком много растительных масел во вкусе. Лично мое мнение. Так, ну что. А мы с вами открываем этот чудесный подарок. Подарок у нас тоже заклеен. Мы его не отклеим так просто. Сейчас я попытаюсь. Так, о, все получилось. Ой, прикольно открывается, кстати. Такой вот подарочек. Что внутри? А внутри-то у нас что-то интересное. Расчищаем территорию. Вот у меня просто крошки, фантики. Ребят, ну, рабочий процесс, знаете. Я на работе. Опа, а тут-то у нас... Ух ты! Прикольная коробочка. Что это? Это сейчас будем пробовать.
Слушайте, подарок классный. Цены все появляются. Я не знаю, сколько это стоит. Ну, я посмотрю. Давайте пробовать. Чокате. Так, первый лот. Это такая печенюшка. Их, кстати, две в подарке. Две печенюшки. Потом две разных шоколадки. Вот таких вот. Так, такой вот магнит, мозаика. И вот такая вот, я не знаю, что это, будем пробовать. Во-первых, да, точно, 35. Ребят, вот эти батончики 35. Все их знают, я просто не знала, что это делает Эссен. Вы поняли, да, о чем я говорю? 35, ну, да. Так, ну что, пробуем. У них, в общем, такое, все по-разному называется, интересно. Ладно. Так, такая вот печенечка. Чё, коте? Тут у нас коте похоже, да? Да, коте. Пробуем. Вкусно. Ну, неплохо, правда. Тут как будто есть какой-то тропический вкус чуть-чуть. Со вкусом лула. Я не знаю, что это, но прикольно. Знаете, я думаю, детям такое зайдет. Печенье, тонкая плитка с нежной начинкой. Детям такое зайдет. И вообще сытно, кстати. Такая штука. Ну, прикольно. По баллам давайте поставим 7. Интересно. Давайте дальше. Так, здесь у нас еще идут шоколадки. Есть такая... Это с молоком, а есть еще клубника. Давайте попробуем молоко откроем. Открываем, открываем, открываем скорей. Так, ой. Это с молоком, а она как будто бы не с молоком. О, знаете, такой шоколад, который во рту стреляет с такими как бы шипучкой. Взрывная карамель, вкус колы. Ребят, это с колой. А я и думаю, что это за вкус такой. Для меня, нет, с колой слишком экстравагантно. Ставим 5 за колу, ребят. Шоколад, сразу скажу, он... Но он не прям такой, видите, он не супер молочный, он такой темный. Он, опять же, похож немного на глазурь. Ну, как бы норм. Малина, манго, прикольно. Угу. Очень интересно. Если честно, так экспериментируют. Ну, классно. Вот это прям супер. Вкусно. Но опять у меня вопрос... Именно к молочности шоколада. Я люблю, чтобы шоколад был прям молочный, такой нежный. Ну, понимаете, да? Тут немножко он похож, правда, на глазурь. Так, и у нас остался последний такой вот лот, что было в этом подарке. Давайте откроем. Ребят, открываем. И посмотрим, что это такое вообще. Это вот такие вот палочки. Такие вот пальчики. Что это? Давайте пробовать. Опять-то взрывная карамель. Я думаю, что это конфеты, да, скорее всего, да. Это конфеты с разными вкусами, как вот эти шоколадки. Прикольно. Я не знаю, сколько это стоит.
нужно отталкиваться от цены. Как сладкий подарок для детей, нормально. Ну, в общем, вы поняли, это шоколады с разными начинками, да, батончики. Шоколад неплохой. Начиночка внутри мягкая. Ну, просто это больше... Ну, это есть как бы для детей, да? Для именно ценителей шоколада этот вариант не подойдет. Потому что, опять же, шоколад напоминает глазурь. Он такой, знаете, такой блестящий. Вот, поэтому, как бы, как подарочек, прикольно развлечься. Если мы говорим именно про свойства шоколада, прям шоколад, то вот эти мне понравились, очень классные. В целом, ощущения больше положительные, чем отрицательные. Есть прям любимцы, фавориты. Поэтому, Эссен, спасибо вам большое. Сделали мы такой обзор. Ребят, очень рекомендую попробовать Даёш. Рекомендую вот эти конфеты тоже. Ну, это можно купить, правда, как бы неплохо. Неплохо. Интересно, ребенку будет прикольно. Для, ну, понятно, что это серия для детей. Как бы для взрослых вот это и вот, вот это. Ну что, спасибо большое вам за просмотр. Ребят, сколько мне всего прислали, я вам покажу в Телеграме. Поэтому заходите по ссылке внизу, либо вот тут вот мое имя, вот тут. А я с вами прощаюсь, ребята, до новых встреч. Пока-пока. Не забываем про конкурс.